Новосибирские школы готовят к учебному году. Сейчас практически везде закончили косметический ремонт. Некоторые здания обновили капитально. Например, в школе номер 134 основательно отремонтировали столовую. За время существования школы в этом пищеблоке, собственно говоря, был только косметический ремонт 2 или 3 раза. А, собственно говоря, самое главное то, что очень устарело оборудование. В последние годы, за 5 лет, мы приобрели 2 плиты и 3 холодильника, и поэтому это не решало вообще проблему качеством питания детей. Теперь оборудование полностью обновили, купили посудомоечную машину, она отмывает тарелки и кастрюли в несколько раз быстрее, чем прежняя установка. Заменили духовой шкаф, установили несколько холодильников и кухонных столов. Отделка всех помещений тоже новая. Пол и стены выложили кафельной плиткой. В обеденном зале смогут одновременно разместить 140 учеников. На ремонт потратили 4 миллиона 700 тысяч рублей. Еще более 2 миллионов на оборудование. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.